Сегодня я делюсь с вами лучшим. Делюсь тем, чем с удовольствием пользуюсь сам. Я подготовил видеоверсию своего личного ритуала на обогащение денежного магнита. Теперь вы можете тоже его использовать, чтобы навсегда забыть про нехватку денег. Здравствуйте. Кто меня знает, наберитесь терпения и предвкушайте магический сеанс. Настраивайтесь. А кто не знает и впервые на моем канале, меня зовут Георгий, и я практикующий маг. Здесь я выкладываю регулярно самые разные видеоритуалы на всякие жизненные случаи. Помогаю преодолеть трудности и добиться своих целей. Чтобы магия сработала для вас, вам нужно только посмотреть видео. Конечно, есть некоторые правила, но они несложные. И это куда проще и безопаснее, чем исполнять ритуал самому. Главное я скажу здесь, но подробнее с правилами вы можете ознакомиться в моем телеграм-канале. Очень рекомендую. И рекомендую подписаться на мой телеграм, ведь там я даю много полезной информации, которой нет на ютубе. Магические советы и лайфхаки, простые ритуалы и короткие заговоры, которые вы можете использовать сами, чтобы решать какие-то вопросы сразу. А еще я делаю прогнозы на Таро. Все это помогает внимательным подписчикам избегать неприятностей и управлять своей судьбой, а не полагаться на везение и слепой случай. А теперь про денежный магнит. У всех магов есть любимые ритуалы. Наиболее точные и эффективные. Как правило, маги их приберегают для личного использования или для работы с индивидуальными, очень важными клиентами. Не скрою, так поступаю и я. Но этим ритуалом по привлечению денег я решил поделиться. Во-первых, он у меня не единственный. Во-вторых, мне редко приходится к нему прибегать для себя, потому что я давно уже не испытываю нехватку денег. А этот ритуал устроен так, что от регулярного использования укрепляется его эгрегор, а значит и его мощь, и эффективность только увеличивается. И как раз недавно у меня появилась возможность адаптировать этот ритуал для видео. Много ли денег принесет мой денежный магнит? Столько, чтобы вы могли забыть про нужду и жить в материальном комфорте. Но деньги не будут просто падать с неба постоянно. Выигрыш в лотерею или наследство – это все реально. Но главное то, что ритуал откроет перед вами возможность нажить богатство. То есть, чтобы стать действительно богатым и удовлетворять не только свои потребности, но и прихоти, у вас должно быть стремление к какой-то активности. Например, этот ритуал может преподнести вам возможность уйти с нелюбимой и скучной работы и заняться тем, что вы любите, и хорошо зарабатывать на этом. Надеюсь, принцип вам понятен. Посмотрите это видео 3 раза, но не более 1 раза в сутки. Смотрите от начала и до конца без перемоток и пауз, ни на что не отвлекаясь. В зависимости от вашей ситуации и ваших желаний, результат проявится в срок от 2 дней до 2 недель. Если вы не дождете желаемого эффекта, напишите мне в личку. Я помогу вам добиться результата, усилю энергию денежного магнита при необходимости. Мои контакты под видео. Ритуал про деньги, и он требует откупа. Откуп можно сделать по-разному, но сделать его нужно обязательно после первого просмотра видеоритуала. А как его сделать, читайте под видео по ссылке. Теперь слушайте заклинания и пропускайте их мысленно через себя так, словно это ваши слова, и ваша воля творит магию и меняет реальность. Утаивший на дне иссякшего колодца ключи, что готовы прорваться не оловом, а золотом. Открой мне пути и секрет вручи. Дай молот, чтобы пробить дно молотом, чтобы из тайного ключа сила хлынула. Меня напоила и стала мне вторым телом, чтобы сама память нужды сгинула и стала отныне чужим уделом. Утаивший секреты богатства и роскоши ото всех, кто не ищет твоего расположения, ото всех, кто не способствует росту твоей мощи,
ото всех, кто не испил чашу терпения. Вознагради за терпение, но не отчаяние. Одари за стремление, а не робкое отчаяние. Открой мне ключи обогащения. Утоли мою волю и стремление. Прирастая благом земным, прирастаю твои ключи. За секрет, что не откровенным, мне молот золота вручи. Смогу его удержать, смогу его унести. Из рук не выпущу, и то, что мне причитается, не упущу. Утаивший на дне иссякшего колодца ключи, что готовы прорваться не оловом, а золотом. Открой мне пути и секрет вручи. Дай молот, чтобы пробить дно молотом, чтобы из тайного ключа сила хлынула, меня напоила и стала мне вторым телом, чтобы сама память нужды сгинула и стала отныне чужим уделом. Утаивший секреты богатства и роскоши ото всех, кто не ищет твоего расположения, ото всех, кто не способствует росту твоей мощи, ото всех, кто не испил чашу терпения. Вознагради за терпение, но не отчаяние. Одари за стремление, а не робкое отчаяние. Открой мне ключи обогащения. Утоли мою волю и стремление. Прирастая благом земным, прирастаю твои ключи. За секрет, что не откровенным, мне молот золота вручи. Смогу его удержать, смогу его унести. Из рук не выпущу, и то, что мне причитается, не упущу. Утаивший на дне иссякшего колодца ключи, что готовы прорваться не оловом, а золотом. Открой мне пути и секрет вручи. Дай молот, чтобы пробить дно молотом, чтобы из тайного ключа сила хлынула, меня напоила и стала мне вторым телом, чтобы сама память нужды сгинула и стала отныне чужим уделом. Утаивший секреты богатства и роскоши ото всех, кто не ищет твоего расположения, ото всех, кто не способствует росту твоей мощи, ото всех, кто не испил чашу терпения. Вознагради за терпение, но не отчаяние. Одари за стремление, а не робкое отчаяние. Открой мне ключи обогащения. Утоли мою волю и стремление. Прирастая благом земным, прирастаю твои ключи. За секрет, что не откровенным, мне молот золота вручи. Смогу его удержать, смогу его унести. Из рук не выпущу. И то, что мне причитается, не упущу.